южный берег Телецкого озера. Очень много автомобилей и паромов, идущих по Телецкому забирать эти машины. Котлетка из морала, оладушки, мясо копченое, сыр, овощи и вот такой вид. Сегодня мы совершили экскурсию на Кордон-Беле. Это небольшой поселок на берегу Телецкого озера, вон там находится. Там великолепный фруктовый сад, яблоки уже поспели, белый налив уже вкусный. Много интересного и вообще место само великолепное. Такой урожай из Беле, душица и яблоки.